Предприятие «Память» работает с 2003 года. За это время оно приобрело большой опыт и безупречную репутацию, а также открыло 8 филиалов на территории края. Основной вид деятельности – изготовление надгробных памятников из натурального камня, а также других изделий. Сотрудники предприятия по праву гордятся качеством своей работы. Для изделий используется самый лучший гранит и мрамор, а художники, резчики и граверы имеют большой опыт и высокую квалификацию. Долговечность – главное достоинство их изделий. Гарантия предоставляется на 5 лет, но служат они гораздо дольше. «Память» – единственное в Армавире предприятие в своем сегменте, которое имеет собственное производство – цех, оснащенный современным оборудованием и укомплектованный постоянным штатом сотрудников. Все этапы работы от составления дизайн-проекта до установки готового памятника выполняются на одном предприятии. Каждый памятник по-своему уникален. Просто все идет от индивидуального подхода к клиенту, то есть по беседе, по общению, понимаешь, что человек хочет добиться, и из-за этого уже делаешь потом как бы наброски, эскизы. Боремся мы за качество. Схожесть портрета – это самое главное. Мы ездим на выставках, например, там в Москву отправляли специалистов, в Ставрополь часто отправляем портретистов. Как бы на этом на месте не стоим. Огромный ассортимент изделий – еще одно достоинство предприятия «Память». На выбор клиента более 10 видов и расцветок гранита, а также мрамор. В каталоге свыше 500 моделей надгробных памятников, мемориальные комплексы, скульптуры, бюсты. Новинка – фрезерная резка камня. В Армавире ее больше не выполняет никто. К каждому клиенту индивидуальный подход. Консультанты помогут определиться с дизайном изделия, составят смету, подберут оптимальные условия сделки. Приятный сюрприз – летняя акция – до 31 июля на все изделия предлагается скидка 15%. Главный офис находится на улице Ефремова, 248. Отсюда начинается ваше выгодное и плодотворное сотрудничество. Влада Волошина, Артур Кржанян.